Всем привет, с вами снова мистер Майя, и я продолжаю проходить амнезию призрак прошлого. Так, нет, на высших настройках у меня очень сильно лагает, поэтому я сейчас перезайду быстренько. Ну так, я перезашел. Вроде теперь чуть получше стало. Да, у нас выход. Вот. Значит, это два рычага, записочка, и масло. Ладно. Ну, конечно, всегда что-то не так с механизмом. Ладно, идем в эту дверь. Так, у нас еще одна. А вниз, если... Жалко. Ладно. Иди, иди. Тут у нас лестница. Давайте спустимся вниз. Сейчас будут наушники. Вот так. Никого-то слышал, когда включал наушники. Тихо. Трутнет 60, а трутнется, надо их тратить. Блин. Агриппа, только не засыпай. Ты чувствуешь шприц? Нет, ничего не чувствую. Александр? Да. Скоро я даже двигаться не смогу. Да? Твоя жизнь в безопасности. Верь. Только что это за жизнь? Стоит ли так жить? Человек. Блин. Ладно. Помоги мне. Потяни за выключатель. Спасибо. Я очень тебе благодарен. Меня зовут Агриппа. Даниэль меня зовут. А Даниэль, тебя зовут Так, ладно. Я видел, там у нас еще у нас дверь есть. Такая-то. А значит, тварочка открывали эти двери. Понятненько. У нас тут дверь. Какие-то темницы. А давайте посмотрим, что у них находится. Кто-то плачет, по ходу дела. Яблочко. Ой, походу, кто-то был. Ладно. Кто-то торкнется. Там еще свет горит. Блин. Я знаю. Я уже был тут. Я помню этот вкус. Вкус дамасской розы, скрывающей правду в том. Они могут забрать мою память, но тех помнят. Рано говорят за себя, ведь память молчит. Они вернутся со мной. О, да. Они еще вернутся. Это был Даниэль? Ладно, туда я туда не хочу пока идти, давайте. Попозже тут.
тут что-то светится. Да. Понятненько. Горы под Бранденбургом. Вроде как нам вначале говорили. Я что-то хорошее сделал. Зашел слишком далеко, Дани. Придется тебя остановить. А дальше ты не пройдешь. Прости, друг. Не прощу. Буду тупо зажигать везде факелы. Так. Дани, рад тебя видеть. Пошел. Ты открыл дверь? Отлично. Я знал. Там, если там монстр, то нам... Да. Ладно. Куда? А вот. Тяни, тяни назад. Тяни. А, надо ему камнем долбануть. На. У нас кость покрыта слизью, это походу. Так, ладно. В общем, нужна какая-то сфера. Трансепт. Здесь это не очень страшное место. Давайте поднимемся наверх. Ничего, и я закончу. Сколько? Причина того, что я так снимаю мало видео. Точнее, их... Как это назвать? Продолжительностью тем, что у меня слабый процессор. И 20 минут рендера вы смотреть не будете. А... Это, походу, Александр. И процессор мне просто не потянет. Дверку. Так, что у нас? Трутница. Или трутница, я не знаю, как правильно. Веревка. Записка. Попытка. Ага, вот масло у нас тут. Ладно. На этом я думаю закончу. Так что подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайки. Всем пока.